До Миколаївської сільської ради входять 7 населених пунктів, в яких проживає трохи більше 8 сотень чоловік. І варто зазначити, що села, які входять до складу сільради, знаходяться один від одного на відстані кількох десятків кілометрів. І стан дороги між ними викликав чимало нарікань, як у керівника громади, так і у пересічних мешканців. А причиною поганих доріг тут вважають великогабаритний транспорт. Одно направление самое нагруженное – это по Николаевке, по улице Гагарина, центральная, по Орловке улица далекая. По всей протяженности этих улиц проходят фуры большие, 40-тонники, и они, допустим, очень вреда много наносят. Я пытался что-то в департамент, но как они говорят, это дороги для машин. Ну, не для тех, которые этот асфальт был построен. Этот асфальт был построен, мне кажется, до 3,5 тонн, а они ездят 40 тонн. И то, что если не сделать нормальный асфальт здесь, то будет тут беда. У людей, особенно здесь по улице Центральной, у нас дома трещат. Цього року, аби зробити дороги по сільським та селищним радам проїзними, з бюджету Покровського району було виділено майже 9 мільйонів гривень. І, зокрема, частина цих грошей була розподілена на ремонт автошляхів Миколаївській сільській раді. Роботи виконує приватне підприємство «Агропромбуд». Начиная с мая месяца, если я не ошибаюсь, они зашли сюда, подрядная организация, и они сделали ямочный ремонт. По всей протяженности это от Николаевки до Калинова они сделали ремонт. И по Николаевке в сторону Орловки. Ну, по Орловке они не, там буквально 10% сделали, остальное там как были ямы, так и остались. Вот, по Мариновке они закончили там ямочный ремонт, сделали, ну, большие ямы они поубирали, но сейчас дорога более-менее сносная, что можно будет проезжать. Такая же работа запланирована по 8 сельским советам Покровского района. Общая сумма составила 8 687 тысяч гривен. Ну, еще раз повторюсь, пока работы не закончены. Я уверен, что они будут выполнены вовремя, качественно и в срок. Не все еще сделано, это надо признать. Работы продолжаются. Я хочу успокоить жителей села Орловка. Второй части, будем говорить, села Николаевка. То есть пока подрядчик не закончит эти работы, они оттуда не уйдут. То есть мы будем подписывать все равно форму 2. И поверьте, качество должно быть соответствовать тому об'єму робіт, які вони виконували. Окрім ямкового ремонту на території Покровського району, ведеться і капітальне будівництво автошляхів. Кілька доріг потрапили до програми президента України «Велике будівництво». Минулого року чималий об'єм було виконано на території Гродівської селищної ради. Цього року роботи ведуться на території Рівненської сільради і в бік Костянтинівки. Покровський район попав в велике будівництво в цьому році. То есть нам повезло в том плане, что почти уже отремонтирована дорога Покров-Смирноград, 1,9 километра. Вот, было выделено 64 миллиона гривен. Сейчас уже работы практически почти закончились. Дорога относится к Ровенскому сельскому совету. Ну, здесь остается доделать небольшой участок дороги, нанести разметку, освещение, ну и благоустроить вот эту всю территорию. Также в этом году будет обязательно начат ремонт, вернее, он уже начат, будет продолжаться ремонт. Дорога от Мирнограда до Константиновки, он тоже проходит, часть проходит по территории Покровского района. Мы тоже за этим внимательно следим, мы тоже это все контролируем. І супроводжуємо весь виповнений об'єм роботи. Виконує відновлення асфальтобетонного покриття на усіх об'єктах великого будівництва підрядник з Одеси – компанія «Автомагістраль Південь».